зовут Валентина. I'm an investment industry specialist. I have more than 9 years of experience in technology venture fund, in M&A departments, and in investment company. I have my MBA degree here in San Francisco. Also, I have Master of Finance, and I'm project manager with PMP certification. After my education here, now I have internship program with our investment company from LA, and now I'm looking for a full-time job. Итак, ваш вопрос. Tell me about the time you had a conflict with a coworker. Тоже стандартный вопрос. Да, соответственно, у меня был случай, когда у меня был конфликт с коворкером. Это был человек, который подчинялся мне, то есть аналитик, который работал со мной в команде. В investment industry overtime is normal practice, it's regular base. And I wanted him to stay longer, but he had a small baby, small child, and he wanted to go home regular hours, about 6 p.m. And we had a big conflict discussion with him because I need to be work done, but he wanted to go home to spend time with his family, with his newborn baby. Соответственно, первое время, когда я решала этот конфликт, мне приходилось за него работать, то есть и по выходным, и по вечерам, но после этого, то есть я договорилась с нашим менеджером-директором по поводу extra payment for overtime, and he was able to take a babysitter. So after this, we was able to handle this conflict with this additional payment. Это на самом деле тоже совсем неплохой ответ, потому что да, самое главное в таком вопросе вам сказать, что конфликт разрешен. Более того, он разрешен правильно, так как это делается с менеджерской точки зрения. Кто-нибудь? Аня. Я коротко скажу, что мне понравился ответ. На мой взгляд, были основные все моменты учтены, что действительно был какой-то сложный момент, что менеджер действовал в интересах компании, и что в итоге менеджер нашел тот вариант, который был эффективен для результата и был хорош для работника. То есть, на мой взгляд, ответ очень хороший, и представление тоже было хорошее. Здорово все. Так, вы, кстати, думаете, вам нужно 4 человека в следующий раунд послать? Так, чего? Если не было конфликтов, придумайте конфликт или сделайте конфликт. Так, кто у нас еще? Мария, пожалуйста, представьте себя. Добрый вечер, меня зовут Мария, и у меня больше 10 лет опыта работы в supply chain в России, в Канаде, в Америке, в международных компаниях. Сейчас я работаю в contract manufacturing компании Project Specialist, и я ищу пути перехода в Project Management, именно поэтому я сейчас рассматриваю вакансии, которые помогли бы мне это сделать. Хорошо, спасибо. И ваш вопрос. Tell me about a challenging project you had and how you overcame it. I've got a lot of challenging projects, but one actually stands up a lot because our company in Canada was implementing SAP across all our factories in the country, and I was part of the implementation team, and I was responsible for Newfoundland, and I spent a lot of time there, and unfortunately, it was not tested enough, so when we rolled out the program, it didn't work as it was supposed to, and we had to come back to our old program and resolve that issue. That's why we spent a lot of overtime on the floor working with the employees on the floor, completing the orders and resolving the issues, and after that we tried to resolve issues with SAP, and we communicated a lot with our team back in the head office, and after 2 weeks everything was set up and fixed, and we rolled out the program.
Спасибо. Я думаю, что Лена лучше всего будет человек, который что-то скажет, потому что у нас мы с ней работали в Microsoft какое-то время, и ой, сколько у нас было челленджинг проектов. Как лучше всего отвечать на этот вопрос? Вот с точки зрения, если ты принимаешь человека на работу. Ну, вообще-то надо придумать какой-то себе проект, который был для вас челленджем, и почему он был челленджем. Но самое главное, что как вы его решили. Вот подмените, девушки, я не слышала, что конкретно она делала для того, чтобы решить эту проблему. Может быть, я не поняла, но я бы задала ей вопрос, что конкретно, потому что ее ответ был более такой общий, и я не слышала конкретных действий с ее стороны. Вы должны показать себя. Самое главное, вы должны показать, что вы можете решить эту проблему, или вы можете дать какой-то совет, или вы можете как-то помочь, или челленджинг проекты везде, вы всегда будете их встречать. И это даже говорит о том, как вы подойдетесь, как, или вы будете upset, или вы будете стресс, или какой у вас, что вы можете показать, что вы всегда имеете positive attitude, вы знаете, как решить проблему. То есть вы должны найти, как показать, как вы продаете себя. И вы прежде всего должны говорить о себе, что вы конкретно делаете. Совершенно верно, я тоже хотел сказать, как бы в этом вопросе надо нарисовать картину такую. Вот у вас там какой-то город, он постоянно рушится, и вы супермен, вы прилетели, все починили, все работает. То есть примерно так должно быть. Есть какой-то проект, полностью рушится, полностью все плохо, вы пришли, и вдруг все заработало. Вы работали днями и ночами, вы смотрели, вы выучили новый язык, вы почитали на интернете все, и вы сделали так, и продукт вышел, и в конце эта история должна заканчиваться, и теперь все работает хорошо. Таня, добрый вечер, я Таня. Я сейчас студентка математического факультета UC Santa Cruz, и между перерывах между учебой и учебой я взяла Leave of Absence, называется, это академический отпуск, и успела поработать в нескольких стартапах, как QA, в четырех. И интересует компьютер сайенс. Спасибо. Так, ваш вопрос. Tell me about the time you took a leadership in something. Когда из предпоследнего стартапа, в котором у меня было два контракта, пришлось уволить 20 человек, и осталась одна я. Только потому, что я была контрактником, и у меня так истекает. И последний месяц я тестировала продукт, который раньше тестировала человек 15. Но к этому времени я уже научилась. Пять человек тестировали немножечко другой продукт. И я смогла. Единственное, что в этом ответе немножко было, совершенно потрясающе. Единственное, что не то, тут вас поставили в позицию лидершипа. Надо было, когда вот ничего нету, и вы пошли. Значит, если предыдущее вам нужно было рассказать сказку, здесь вы гаврош с красным знаменем. Значит, вот тут как бы все рушится, Париж горит. И вы с красным знаменем впереди, и вы все починили, да? То есть вот так. Не... Да, согласен. Да, согласен. Ответ хороший. Я просто говорю, стандартная формулировка. Париж горит, вы с флагом. Отлично. Да, хорошо. Так, кто у нас? Мария, пожалуйста. I'm Maria. I'm a recent biology graduate from the City University of New York, Medgar Evers College. I have 1 year of volunteering experience in Department of Pathology, in Neurological Department. And while I was a student, I was working part-time as a clinical research aide. In the past, I was an accountant, and I decided to change my path with biology. And
I'm looking for entry-level position in biological research as a research assistant. Ваш вопрос. What is the most difficult problem you had to solve? Это немножко другой оттенок предыдущего вопроса, но это другой вопрос. The most difficult problem. While I was a clinical research aide, I was working in a company and they did research for schizophrenia people, and I had to monitor six mentally sick people, and I had to record everything they did and how the drugs affected their brains, and everything was nice until until we started to work on the next group, and I was not prepared. I never had this training, I had to talk to the mentally sick person without any training, and I had to communicate with him, and he had to calm down, and I think I was pretty successful in it because I was very calm, and в общем, я использовала то, что мы учили по психологии, как работать с психическими отклонениями, что если человек думает, что он Наполеон, не нужно его переубеждать, что он Наполеон, нужно разговаривать с ним, как будто он Наполеон, и, исходя из этого, требовать какие-то действия. И, в общем, человек был буйно помешанный, не было тренинга, и я это выдержала, потому что я с ним разговаривала, как будто, в общем, я вошла в его ситуацию, и я из нее вышла нормально, и он успокоился, и я смогла продолжать свою работу. Хорошо, спасибо. Интересная вещь над этим вопросом. Попробуйте опять вот на все эти вопросы найти заранее ответы, потому что когда вы отвечаете, у вас оно вот каждое «а», оно играет немножко негативно на человека, который слушает. Поэтому для этого я сейчас это и делаю, чтобы показать вам эти вопросы, вы приблизительно знали на них ответы. На самом деле, это, в основном этот ответ был хороший, потому что есть проблема, да, есть какая-то проблема, которую вы, может, раньше не сталкивались, или что вам обязательно нужно показать, что вы ее решили. Вам нужно показать, что вы для этого сделали, что вы можете, когда, например, у вас будет действительно на работе проблема, быть over the top, то, что называется, вы можете свои skills повысить, и вы можете выйти на другой уровень, чтобы решить эту проблему. Так, и, по-моему, один человек остался, да? Представьтесь. Окей, okay, quick comment. Быстрый. Важный комментарий для меня здесь, что Мария сказала, что во время своей учебы она еще работала. И мне кажется, это всегда тот маленький момент, на который стоит обращать внимание, если у вас такой опыт был, потому что это показывает вашу проактивную позицию. Вот. Да. 7, 5, 9, 5. Записали? Хорошо. Аня? У меня был вопрос о лидершип, как мне пришлось возглавить тестирование целого продукта, которым раньше занималось 15 человек. Хорошо, готовы? Итак, 1, 2, 3. 9, 8, 9, 9. Вау! Юмор — это, кстати, хорошо на интервью. Мария, ну куда идешь, мы с половиной, чтобы остальные видели, кого мы имели. У меня был вопрос о сложной ситуации. Я рассказала, как я без подготовки, работы, которые проходила тесты, шизофрению, как я... Понятно. Хорошо, понятно. Готовы? 1, 2, 3. 6. Что это такое? 8, 10, 9, вау, 5 минут.
минут. Говорите в микрофон. У нас есть два шнура, которые горят по 30 минут, а нам нужно отмерить 45 минут. Вместе они будут гореть час, а нас два не делятся. Значит, один должен сгореть полностью, один напополам. Один, не скажите, пожалуйста, хочу сама. Резать можно, резать нельзя. Так, значит, оба шнура горят по 30 минут. Значит, зажечь нужно шнур один и второй. Даю подсказку. Не, я знаю, что тут ползала знает. Стандартный вопрос. Даю подсказку. Можно зажигать с двух сторон. Значит, зажечь один шнур, пока сгорит 30 минут, зажечь второй, подождать до половины, отметить серединку. Нет. Они неравномерно горят, потому что если он догорел до половины, это не означает, что там осталось 30. Но вы можете поджечь с двух сторон. Если подождете с двух сторон, то что будет? Один шнур поджигается с двух сторон, а сгорает за 15 минут, второй за 30. Итак, Таня решила с подсказкой. Спасибо. Но ничего. Я же, как я уже говорил, лучше решить с подсказкой, чем решить без подсказки. Не решить без подсказки. Для тех, кто хочет поиграться, подумайте, как вы сделаете, если каждая горит по часу. Это просто, если хотите. Так, второй кто у нас? Мария, да? Итак, Мария, ваш вопрос. Готовы? У вас есть 9 яиц. Одно из них, все они одинаково весят. Но одно из них весит по-другому. У вас есть scales, это весы, да? Весы могут показывать, только перевешивать, да? Вы на них никакие гири не можете ставить. Какое минимум количество measurements, которые вам нужно сделать, чтобы найти это яйцо, которое весит не так, как все остальные? Говорите, проговаривайте ваши. Да. Сначала я должна найти два одинаковых яйца, чтобы уравнять весы. Когда нашла два одинаковых, одно убираю. Но вероятность, что второе будет маленькое, тоже. Минимум получается одно, чтобы найти два одинаковых. То есть первый measurement и второй маленькое, которое будет. Можно первая подсказка. Вы можете, ну как бы, вначале вы можете сложить, естественно, по несколько. Допустим, вы положили 4 сюда и 4 сюда. Что происходит, если одно из них перевесило? Это первая подсказка. Да, важно, вы знаете. Хорошо, допустим, оно весит тяжелее. Это важно. How many gas stations in the area? Это любимый вопрос Google. Серьезно. Вперед. А можно? Нет. How many gas stations? У меня вообще никаких догадок. Я предполагаю, что я посмотрела на карту или воспользовалась, сделала бы какой-то ресерч, ресерч я точно не знаю, но можно предположить, что исходя из количества машиновладельцев, наверное, несколько десятков тысяч. Но более точную информацию могу дать только после того, как сделаю ресерч. Это на самом деле не такой плохой вопрос. Google любит задавать такие вопросы для того, чтобы понять, как вы думаете. Да? То есть он задается не для того, чтобы вы дали правильный ответ, потому что, естественно, вы его не дадите. Но вопрос, как вы думаете. На самом деле Нелли с подсказкой неплохо совершенно начала думать. То есть
стандартно как бы что делается? Вы говорите, например, в Бэйри примерно сколько там городов, там вот Сан-Франциско живет там примерно 1 000 000, там в Сан-Хосе, если считать всю Бэйри, то есть там где-то 3 миллиона, между ними там столько-то миллионов, в каждом городе примерно вы знаете, что там столько-то газ-стейшнс, и потом вы начинаете считать. То есть вы строите логическую цепочку, да? Если вы что-то не знаете, говорите, допустим, X городов, значит, в X городов будет находиться столько-то, столько-то газ-стейшнс и так далее. Вы показываете, вопрос сложный, вопрос показывает что? Две вещи. Первое, не растеряетесь ли вы перед задачей на работе, действительно настоящей работе, которая, вот вам пришли, сказали, напишите мне завтра следующий Google. Что вы будете делать? Это раз. Второе, оно показывает, как хорошо вы можете делать estimate. Да? Если когда вы будете работать, вам спросят, сколько вам за вот эта задача, сколько вам займет время ее сделать. И вот это показывает, как хорошо вы делаете estimate на всякие вещи. Хорошо, давайте теперь голосовать. Хорошо, Михаилу надо рассказать случай. Приходит компания, интервью, значит, дают заковыристую задачу. Вот такого типа, но я физмат-школьник, я много решал. Я 2 часа потратил, решил. И как раз урок по поиску работы, я выхожу, рассказываю им эту задачу, как решать все дела. Через 2 месяца приходит та же компания, и вот прямо вот эти вот. И задают вопрос, девочки там индусская буква. И ей говорят, вот задача. Она смотрит на нее и говорит, ну это я знаю, давайте другую.